Здравствуйте, ребята! Конечно, вы меня узнали. Я Лампочка. Сегодня мы совершим путешествие в прошлое, и вы узнаете, откуда я появилась. Полетели! Развести огонь хочу. Быстро палку повертили, искры сразу полетели. Разбудили мы огонь, ты рукой его не тронь. В древние времена люди освещали дом с помощью огня. Ребята, отгадайте загадку. Сгорает тонкий фитилек, стекает воск и огонек. На ней задорно пляшет, уютно в доме нашем. Печка! В 14 веке люди научились делать свечи. Ребята, отгадайте загадку. Дом стеклянный, пузырек, и живет в нем огонек. Днем он спит, и как проснется, ярким пламенем зажжется. Лампа! Лампа! В 19 веке появились керосиновые лампы. В 1873 году Александр Николаевич Ладыгин создал лампочку накаливания. Она была похожа на меня. В конце 20 века была создана энергосберегающая лампочка. И в начале 21 века была создана современная светодиодная лампа. Вот такая история, ребята. Уходя, гасите свет. Знают дети с малых лет. Так давайте же, друзья, свет беречь везде всегда. А у нас одна планета. Ты, дружок, запомни это. Все ресурсы сберегай, реже лампочки включай. Истощаются ресурсы, не хватает их у нас. Береги и ты природу. Эконом и будет класс.